Всем привет-привет! У нас сегодня распаковочка посылки. Очень интересная. Сейчас вам покажу. Смотрите, приехал витамин С, дозировка 1000 мг и объем 60 капсул. Дальше приехал всеми любимый витамин D от бренда Now, 1000 единиц на 360 капсул объем. Смотрите, 1000 единиц витаминчика D — это уже летний вариант, когда много солнышка и достаточно минимальной дозы. Дальше приехали классные чаи. Смотрите, один, так, здесь у нас какой-то мандарин, вот этот, наверное, и один клементин. А где же тут? А, вот клементин, видите, сладкий клементин и сладкий танжерин, вот, ну, мандарин. Я вот такой пила, уже раньше тестировала, очень мне понравился. У него такой, знаете, сладковатый вкус, сахар вообще не нужен. Ну, конечно, если человек сладкоежка, то будет добавлять. А так, в принципе, сам по себе чай сладкий, очень интересный. Мне мега понравился. В одной упаковочке 16 пакетиков. Сейчас покажу, как они выглядят. Вот один пакетик. Тоже очень хороший бренд, классные отзывы. И там очень-очень много на сайте разных вкусов этих чайков, поэтому заходите, смотрите, я вам скину внизу ссылочку на вот эти два чая, а вы уже можете потом просто менять в настройках вкус и читать, какой чай, для чего нужен. Ну, в общем, я смотрю этот еще и с корицей, корица и имбирь. А ну давайте посмотрим. Смотрите, здесь что здесь? Лемонграсс, корица, лимон, имбирь, стевия. А вот почему он сладенький. Здесь стевия в составе. Ага, вот какой здесь состав. А в этом? Так, черный чай, лемонграсс, стевия, зеленый чай. И вот этих я не знаю, друзей. Ну, в общем, здесь черный и зеленый чай в составе, стевия, которая дает сладость, лемонграсс и еще какие-то... Видите, цитрус, масло этого мандарина, лимон. Угу. Дальше приехали шоколадки. Все, красота. И смотрите, какие шоколадки. Это у нас соленая карамель. И еще одна соленая карамель. И еще одна соленая карамель. А здесь у нас... и здесь миндаль и морская соль. Меня вот этот шоколад прям покорил, потому что именно необычное соединение. Внутри черного шоколада жидкая соленая карамель. Посмотрите, вот ты откусываешь кусочек дольки, и прям вытекает жидкая карамель соленая. И это так необычно, так прикольно. В общем, вот эти шоколадочки меня покорили. Классные, классные.
И вот здесь в составе 55% какао. То есть он, в принципе, черный, не молочный. Дальше. Для малышек. Смотрите, это рисовые галеты. Это идет с бананом. А это с киви и манго. Это идет галета, видите, как у малыша в ручках, длинная такая печенюшка. А это круглая печенька. Очень классные и те, очень нравятся. Органик, конечно же. Так, смотрите, без глютена, без молока, без орехов и яиц. Просто без каких-то ароматизаторов и консервантов. Угу. Вот прям очень они мне нравятся. Можно их давать с того момента, когда ребеночек уже сел. И сидя, он может их есть. Если зубов нет, ничего страшного. Эти печеньки, галеты прям танут во рту. Поэтому под действием слюны они растают, и ребенок их просто глотает. И важный момент, то, что этими печеньками можно чесать десенки. То есть, когда у ребенка неприятное ощущение при том, когда лезут зубы, можно давать эту печеньку, и он прям будет чесать зубки и как бы и есть ее. Ну, очень интересная задумка. И вкусные, вкусные галеты. Смотрите, здесь самые разные есть вкусы. С яблоком и тыквой, с ягодами лесными, с бататом и морковью, манго и киви, батат и что еще? И еще что-то, я не знаю, что это. Ну, в общем, мы брали тыкву и яблочко, брали вот этот же банан, брали киви и клубничку, да, по-моему, клубника. Да, и вот из этих есть еще клубничка. Поэтому такие интересные, интересные решения. Что тут по сахару? Хотела вам почитать. Смотрите. Сахар меньше 1 грамма. Вот, то есть, ну, совсем небольшое количество сахара здесь. И смотрите, ингредиенты. Давайте смотреть вместе. Органическая рисовая мука, органический сахар, киви, соль морская, манго, ага, желатин и все. Все, вот такой состав. А здесь, смотрите, мука, тоже рисовая мука, этот крахмал, я так понимаю, сахар, банан, тоже морская соль, банан. Вот. В принципе, состав неплохой. Можете переходить внизу по ссылочке, читать. И, если что, покупайте. Видно. Дальше, смотрите. Скраб для тела. Кокосовый скрабик. Объем 470 миллилитров. И давайте я вам покажу. Опа. Вот. Аромат просто бомба. Кокосик-кокосик, но такой не приторный, а очень приятный аромат. И смотрите, частички скраба достаточно такие крупнодисперсные. Смотрите, ну, в основном он как пилинг, но есть вот такие классные прям частички, которые будут идеально отшелушивать ненужное все. Очень классно. Но это скраб именно для тела, конечно же, не для личика. Аромат бомба. Ну, взяла только его протестировать, поэтому я не знаю,
как он в действии, но по отзывам очень классный, очень хороший. Вот, и смотрите еще. Осветляющий скраб для личика с витамином С. В составе, смотрите, зеленый чай, кокосовая водичка, алоэ вера. Объем маленький. Сколько здесь миллилитров? 14 грамм. Крошечка. Ну, в принципе, для лица, думаю, надолго хватит. Вот, тоже такой милашка. Вот такая посылочка сегодня. Очень прикольная, очень прям кайфовая, знаете. Выпить чай с шоколадом, пойти поскрабироваться скрабиками, лицо привести в порядок. И потом еще витаминчик D и витаминчик С на закуску. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И наблюдайте за новыми видео. Всем хорошего настроения и пока-пока!